Мобильный комплекс «Аэрощуп» создан для оценки загрязнения нефтью донных отложений водоемов путем проведения серии последовательных операций. После предварительной проверки работоспособности всех компонентов комплекса и формирования оптимального маршрута измерений в мобильном приложении, оператор выдвигается на точку измерения номер 1 для оценки степени загрязненности нефтью этого участка и фиксирует полученные данные. Затем производит эти действия в других точках. По завершении работ на водном объекте оператор проверяет правильность сохранения полученных данных. Результаты измерений заносятся в мобильное приложение. При наличии GSM-соединения данные передаются на сервер информационной системы «Аэрощуп» для обработки, анализа и создания картографического отчета. В отсутствии GSM-соединения полученные данные хранятся в мобильном устройстве оператора, а их копии сохраняются в контроллере комплекса до появления возможности передачи на сервер системы «Аэрощуп». Результат обработки полученных данных на сервере – картографический материал с оконтуренными загрязненными участками водоема, в котором зафиксированы дата и время проведения исследований, географические координаты, степень загрязнения донных отложений, глубины и другие данные. Созданная с помощью комплекса «Аэрощуп» карта дает максимально визуализированное представление о степени загрязнения водного объекта и является основой для разработки мероприятий по его очистке и ремедиации.